Максим, нравится ли тебе занятие в центре? Конечно же, нравится. А почему? Ну, нам хорошо объясняют все материалы. То, что мы не понимаем, мы спрашиваем, всегда получаем полные ответы. Нам объясняют любой материал. Даже на опережение иногда работаем. Уроки проходят в веселой манере. Это очень хорошо помогает сосредоточиться. И учителя отзывчивые, хорошие. Я доволен. А помогает ли тебе занятие в центре, в учебе? Да, помогают. Я смог выиграть несколько школьных олимпиад после того, как начал заниматься в этом центре. И у меня дела по алгебре и геометрии стали лучше. Я начал получать более высокие оценки. Скажи, а что будет, если ты будешь продолжать обучение? Ну, я постараюсь попасть на городские олимпиады, постараться выигрывать и их, поступить в вузы с математическим образованием. Надеюсь, центр мне в этом поможет. Скажи, а математика важный предмет? Конечно, важный. Трудно представить современную жизнь без математики. Что бы ты хотел сказать детям, которые предпочитают не заниматься, а гулять, там, играть в компьютер? Ну, вы просто упускаете свое время, и, возможно, когда-нибудь вам это... Вы поймете то, что лучше 5 минут посидеть за учебником, чем поиграть в компьютер. И это все-таки ваши знания. Будет обидно, если вы гениальный человек, но из-за вашей лени вы просто упустили свой возможный шанс поступить, стать каким-то крупным человеком, добиться чего-то в жизни. Спасибо, удачи тебе. Спасибо.